Пандуса нет, но установлен звонок, который не работает. Общественники Химок вышли в рейд по торговым точкам. Цель – достучаться до владельцев магазинов и кафе, сделать заведения более доступными для людей с ограничениями по здоровью. Мероприятия проходят в рамках проекта «Единая Россия». Как отмечают активисты, с каждым годом объектов, недоступных для маломобильных граждан, все меньше. Но о полном снятии вопроса с повестки говорить рано. У нас уже доступны все медицинские учреждения, у нас очень много доступных муниципальных учреждений. Поэтому эта работа, она же не единомоментная. Ее за один день, за два, за месяц не сделаешь, даже за год. Это год за годом. Это постепенно все меняется, как и меняется облик нашего города. В ходе рейда также были выявлены объекты, где постарались создать условия для инвалидов, но получилось это весьма криво. До кадра, видишь, ничего не подходит. По результатам проверки выяснилось, что не все объекты могут быть доступны для людей с ограничениями по здоровью. Но, как отмечают общественники, владельцы заведений активно идут на контакт и обещают заняться решением вопроса в кратчайшие сроки.